Не, круто, круто здесь. Здесь круто. Если вы видите эту запись, значит, нас никто не съел. Нет, точно. А вдруг есть всякие? Пёшка. Вот пёшка. Пометил место. Испортили всю дорогу. Да. Теперь здесь не проехать, не пройти. Он сам себя так зовет. Ну сейчас поймешь, про что разговор. Ну как? А там алтарь. Ну пойдем, пока никто не видит. Только вот иди отсюда. А они недавно повесили. Так, сейчас я. Так что, видишь, ничего здесь за неделю не изменилось. Какие? Ты имеешь в виду поверх этих? Ну, как говорится, дело-то не хитрое. Кто с чего сделал? Ну как, успехи? Не очень. Может, тогда не стоит? Просто знаешь что, я туда тоже пытался с телефоном залезть. И с телефоном, когда ты лезешь, вообще вот до... я вот именно до этого места чуть повыше, на 5 ступенек дохожу, и у меня тоже ступор, я дальше уже телефон выключаю и лезу так. Да нет, ты знаешь, это рисовали при коммунистах. Ну-ка, где? Ну это уже значит, да, это. Вот это да. Я сам не любитель этого, из-за чего я этих и подкалывал. Я говорю, ребят. Я все не люблю, но для меня это как старина будет. Ну да. Где-то вот тут. Вот. Слушай, я даже внимания не обратил. А, да это сейчас на всех. Это знаешь, что такое? А чтоб эти голуби не сидели, не срали. Это не это. Вирус, не старый, все, так и нет. Не-не-не, я понял, про что я внимания не обращу просто. Интересно, да он стоит просто, мне кажется. Он же это, обломанный. Да это ладно. Ладно, пойдем. А то они нас там, наверное, ждут. Я все в надежде. Вот знаешь, короче, во, было, фишка. Подхожу тогда вот так. Ни сквозняка, ничего. Отходишь, она шумит. Опять вот так подхожу к ней, она раз, не шумит. И что это было? Я тогда туда подходил к окну. Сюда. Без понятия. Где? Слушай, не знаю. Да мало ли, что тут. А, да это все скорее эти, как их. Что-то денег не густо. То бумажные лежали. Ну, он теперь включает все. Тут от этого никуда не денешься. Тут одной вон воды. Видишь, сколько? А так у него вон тут все. А он чё? Официальный поп? Да он вообще не поп.
А я пока поснимаю, пока он ушел. Да не, не втихаря, в открытую. Да, как будто там что-то пилят. Не знаю. В общем, движуха там где-то за болотом. Чуть не запнулся. Я знаю, ты можешь так, ам, телефончик, и все. Какая палочка. Опыта, какая палочка, надо за ее откусить. Ну что там, кто? Там у них техника, да нет, там движуха какая-то. Опа. Пошли смотреть, кто у нас там. Вы что там, застряли, что ли? Да нет, нормально. Что-то. Вот я говорю, новый камень-то. Ну как новый? Относительно. Да. Муравьев было просто до ужаса. Они прям, ты стоишь, а те прям ползают, аж чуть ли не до туловища они. Короче, их там по городу. Вообще. И вот после этого... Что, прошли? Я прошел. Вон там сзади у нас ситуация. Вообще спокойно. Сзади самая сейчас стрёмная ситуация, потому что собака идти по такому мосту. Кучи! Сейчас прыгнет. Да не, не. Он сейчас пройдет. Если он кого-нибудь увидит, он может. Может, да? Спокойно. Но здесь нет никого пока. Вперед. Во всяком случае, в радиусе километра. Ну, какого тихо. Тихо, тихо, пёся. Не падай, пёся. Вперед. Тут точно никого. Пошли, пёс. Кучи. Иди ко мне. Тихо. Гуччи, вот это и. Уже всем знакомое место, да? Я себя тут чувствую как дома. Самое главное это. Осиных гнезд не шарахайтесь, а так все нормально. Сейчас я один открою, антибиотик. Нет, ты аккуратно открывай. Не-не-не-не. Чего? Никакого не будет, что они прям... Да, конечно, не будет. А вон одно уже вижу. Одно прямо на двери, два под окном, одно наверху. Да. Это плохо, когда аллергия. И снова у нас погоня за оленями. Там он стоит. Сколько их? Штук 6, да? Примерно. Возьмешь Майю? 4 оленя, по-моему. 4? Так мало. Ну пойдем смотреть. Ну, а теперь тихо, как? Он... У меня ноги сырые. Вы сам главное молча теперь идите. Вон оленяки стоят. Ну как? Сейчас слышно, как у церкви. Товарищи, которые приехали на красаках, походу поехали дальше. О, а олени ломятся. Нас просекли олени, и они убежали. Не, вон они на дороге стоят, смотрят, что мы дальше делаем. А они все время вот так смотрят. Они, Настя, они сейчас там дальше будут еще. Крутые у Насти впечатления от этих оленей. К
Как видите, туризм процветает полным ходом в Оленьи остров. Сюда едут, да? Не, просто если они сейчас проедут, они это, как его? Они поедут, знаешь что, посередине. Я не думаю, что они, мы-то в обход ходили, они сейчас по прямой. Ну посмотрим. Подкрадываемся к стае. Она вон там. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. В этот раз. Может, не убегут. Хорошо тут. Телефоны не передают запах. Тут сейчас размыто все. И пахнет оленьим дерьмом. Снял чехол, чтобы тряски поменьше было. О, все, олени нас просекли. Убегают. Я не знаю, что за камни, но их здесь много. Смотри, это пол как гранит. Похож. Не знаю, здесь много этих валунов. Я, конечно, это, я не на 100% уверен, но прикольно. Мы когда в той стороне лазили, там тоже были валуны. Не, у первого вряд ли. Первый мы не видели. Я не про оленя, там как будто ночь. А, ты вон про те. Слушай, а да, что-то... Вот там. Вон тот, который, да? Откуда мы пришли, да? Мы оттуда пришли? Ну вот мы шли вон по той дороге, а вон тот домик, второй. А вот там вот что такое тогда? А это вот, наверное, какие-то мелкие, мне кажется, оленяки вернулись. Там как будто какие-то постройки. Да, нет. Поэтому... Вот теперь отсюда я вижу второй домик, да, и он совсем по-другому смотрится. Ну как, Серега? Нормально. Да, ты не кричи, а то они сейчас опять убегут. И причем, вон, видишь, они нас уже пропалили. Чего появилось? Все, убежали, да? Вон они бегут. С моим зрением я увидела. Посмотрите, какой восторг. Представляю. Офигеть. Вот на этом месте ловит Билайн. Причем так хорошо и ловит. Тихо. Мне показалось или что-то едет? Не, наверное, показалось. Но двоим не кажется. В принципе, нам без разницы. Слышь, Серег, твоя версия — групповые галлюцинации, да? Ну да, и что? Не, ничего. Не, что-то там где-то едет, слышишь? Он когда говорит про людей, да, он обычно говорит, он заостряет, что там кто-то приезжал, ему 40 лет, типа, а ума нету. То есть он младше. Он себя поэтому считает таким этим просветителем и все такое. А уж что там у него? Не, ну то, что он книжек перечитал, это явно. Причем было время читать. Так, пес, ты главное меня не закрути. Чё ты там увидел? Вон за слепой. Серёг, вот смотри, ты пока... Тут выяснили такой момент. Царь уже спалился на всю округу. То есть нам сейчас позвонили в заповедник, да? И сказали, что тут какой-то товарищ тоже ездил по всем вот таким местам аномальным. И он тут был
у царя, он ему тоже тут проповедь, так скажем, читал. Кому интересно, что он тут рассказывает, я в конце сделаю вставку. Что там? Я в конце сделаю вставку. И это. Аудио я записывал, в чем там парил. Кому интересно, посмотрите. Дорога жизни. Такой звук сзади меня. Как будто там едут те мужики на мотиках. Либо скоростной поезд. Ты слышишь гул, какой стоит сзади нас? Ну да, судя по звуку, это те мужики на мотоциклах, которые были у церкви. Вот по такой грязище фикарим. Не огучь, прям сразу этот кипиш такой входит, когда олень прям... Ха-ха. Они сначала вот уже там были. Да? Ну да, мы идем, короче, их там штук 20, наверное. Вообще. Короче, ты вся под впечатлением. Стоят в лес, один жёлтый только торчат. Не надо быть охотником. Там только что пробежали на просвете олени. Куда они убежали-то? А-а. Не, ну эти до нас не доехали. Они просто в нашу сторону даже не смотрели, они тут побежали. Они, знаешь что? Они где-то там встали. А? Все, они где-то там встали. Да-да-да. Вот это? Да. Не, ну мы их так не увидим. Ну что, иди камень. Гуч. Ну да, они олени пугают. Либо они уехали бы. Давай еще. Гуч. Олени подождут его. Да, пей. Конечно. Угорел, мальчик. Как же много. Все или еще? Они с той стороны реки едут. Они где-то вон там. Но они там, на горе, у того, у четвертого домика. Самое главное, что их слышно-то будет на записи. Вот этот телефон, чем, знаешь, хороший? Он ловит вообще звук. Ну я особо ничего не снимаю. У нас вот это. Я сначала себе купил Honor 10. Ага. После 5S-ки айфоном. Сначала что-то тут я это, в нем мудрил, конечно, ничего не понимал. Но в итоге мне он очень понравился. И Настю он купил такой же. А этот я, знаешь, я что купил? У меня... Поставлю. Ставь. А Насте вообще хотели P20 Pro купить. А его... Камушки поснимаем. Не, ну слушай, смотри здесь, сколько вообще этих камней, да, в округе. Да. На камнях как будто смотри. Как удалбли, или как будто что-то. Да фиг его знает. Или водой, может, конечно, так размыл. А вот, смотри, что-то черный. Выщади камень. Вот так вот сказки-то и рождаются, что здесь что-то было. Может, конечно, это кто-то, он, например, те же самые лесники. Не, ну вот здесь уже смотри, здесь арматура. А валунов-то вообще много. Похож на гранитный. Да может, это и гранитный. Вот это. Чё?
Не знаю. А, это это провода, куда наматывают, наверное. Вот этот похож на гранит. Чашки-то на столбах. Во всяком случае, по цвету. Слушай, здесь, может, дороги, сможет где-нибудь электрические столбы идут, как у меня батя. Может, когда-нибудь было. Кто его знает. Подумаешь, несколько километров. Оказывается, мы прошли весь заповедник. Он не такой уж и большой. Теперь мы дошли до других ворот. Ха-ха-ха, здорово. Я бы назвал это дежавю. Как будто я уже здесь был. Да. Ну что, открыта калитка? Ты думаешь, это она? Вот я думаю, вот эта вот часть. Видишь? Смотри, забор пошел сюда и сюда. Здесь он какой-то. Не удивлюсь, например. Ну что, пойдем? Я не помню, кого он тут рассеял, кого он тут, блядь, выращивал. Ну что? Не знаю. Обратно? Я думаю, обратно, я да? Я тоже думаю. Ну его нафиг. Время 5 часа уже. Блин, ну, здесь вообще светло. Смотри, здесь тоже эти гнутые березы. Где бы хоть интерес? Подожди, лапа. Как-то да, странно тут. На три стороны забор пошел. Как будто это действительно, знаешь что, другой вольер. Это что я говорю? Возможно, вон тот вон другой вольер, а вот это, возможно, просто. Это вот явно выходы куда-то. Все, ну, скорее, да. Там он вроде вход вообще. Там тоже что-то вон непонятное, как будто ворот какие-то, да? Но дорога... Ну, дойдем и обратно. Ну, пойдем посмотрим. По-быстрому. Держи. Мне интересно. Ха-ха. Любимый звук, да, Серега? Надеюсь, это, что нас здесь не съедят. Возьмете свой посох. Свой посох? Или нет? Не, слушай, походи с ним, а, чуть-чуть. Слушай, ну, как показывает навигатор, прямо далеко очень. Не, ну там знаешь что? Я по Google смотрел. Вот эта дорога. Но она куда-то ведет. Их прямо видно, они вот белые. Идем мы в каком-то другом вольере, если это так можно назвать. И тут вон тоже там какая-то кормушка для оленей. Может, конечно, тут не олени. А, тут знаешь, что это? Не хочу никого пугать, может, мне даже и не говорить. Но со стороны Иванова, что ли, мне говорили. Он тут даже разводит и волков, что-то, да, вот, да, такое. Да, да, я про это говорю. Может, мы в этот вольерчик-то зашли. Если вы нас... Если вы увидите это видео в интернете, значит, нас не съели волки. Вот сейчас посмотрим, чего здесь. Да это, соль вот эта лосиная. Ну, значит, не... Значит, не просто так. Не, ну а с той стороны ее можно просто толкнуть. Слушай, ну вон там... Слушай, смотри. У них силы, я ебу. У всех там. Они эту палку просто выщелкнут. Не, смотри, короче, вон там просвет какой-то. Может, дойдем? Мы будем, не переживай. Все будет хорошо. А, нет, да. Закрывается. Я что думаю? Чё? Я как человек это. А я не остров. Это вот туда вот идти. Это мы из него вышли. Да, из оленевого. А, да.
Остров мы вышли. Че, пес, поиграть хочешь? Значит, вот так, это вход откуда-то? Ага. А, она не закрывается. Вот почему она. Вот и она не закрывается. Ну, вышли, она не закрывается. Не наша проблема. Слушай, смотри, здесь запрещено вообще вида. Не, я думаю, все нормально. Не, вообще, конечно. Что-то резко. Мне не нравится, я не с адреналином играю. Чего вы? Мне груди нравится, я не с адреналином играю. Не, круто, круто здесь. Здесь круто. Если вы видите эту запись, значит, нас никто не съел. Это точно. А вдруг есть... Хотя, если вы видите эту запись на телефоне, значит, нас съели. Туда убежали олени. Идем мы уже домой. Дошли мы до ворот, которые с той стороны этого заповедника. Я думаю, на этом все. It's welcome, baby. It's welcome, baby.